приобрести все для новогоднего стола, побаловать любимых праздничными сладостями и купить подарки. Все это можно сделать на новогоднем базаре. В полную силу он заработает к выходным, а пока еще только обустраивают первые шатры и выгружают товар. Большинство предпринимателей работают на ярмарке каждый год. Народные промыслы, то, что всегда пользуется спросом, то, что люди у нас любят. Это замечательная золотая хохлома и гжель. Символ года гжелевский, который многие люди собирают и приносит им счастье. Мы уже более 10 лет работаем с этим товаром, да, и у нас есть свои покупатели, которые нас находят, приходят, покупают и радуются. Помимо новогодних сувениров, на ярмарке представлены и продукты питания. Маринованные соленые грибы, сухофрукты, колбасные и хлебобулочные изделия. Мы там производим хлеба на закваске, бездрожжевые хлеба, очень вкусные. Чеба, который у нас сейчас ценится во всем городе. Сейчас люди со всего города едут к нам за этим вкусным хлебом чеба, который сделан только чисто на закваске. У нас еще производится колбасная продукция, без сои, без консервантов, на кубанском мясе, которое свежее, не мороженое мясо. Новогодняя ярмарка – это не только покупки, но и отдых для всей семьи. На площади у Южного Мола запланирована обширная культурная программа, в том числе выступления музыкантов. Новогодний базар будет работать ежедневно с 10 до 22 часов. Галина Захарова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.